В Бендерах к концу июня приступят к выполнению работ по программе кофложений. 13 миллионов рублей из республиканской программы кофложений направят на ремонт кровель и замену окон в школах и детских садах. Всего в перечень вошло 23 объекта. Есть среди них и школа искусства, и филиал ДДЮТ. Остановились на фундаментальных работах, чтобы уберечь здание от дальнейшего разрушения. Основные виды работ – это ремонт кровель, ремонт окон и установка новых окон, и ремонт межпанельных швов. То есть это те капитальные вещи, без которых невозможно функционирование объектов. Работа возможно проводить в летний период времени, чтобы не прерывать учебный процесс, отдых наших детей. К концу июня мы эту работу должны начать, в течение лета закончить, и для этого все возможности есть. Вопросу исполнения программы кофложений уделил особое внимание и президент Вадим Красносельский. Глава государства нацелил руководителей госадминистрации на полномерное освоение средств, выделенных по данной программе. Президент акцентировал внимание на жестком контроле исполнительской дисциплине и значимости такого фактора, как инициатива со стороны местного руководства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.